Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня наведал Добрыш. Основной мета рабочей поездки – ознаемление с реализацией проекта по будовництве завода по выпуску мелованных и немелованных видов кордону. Это предприемство повинно было начать работу еще в 2015 году, але из-за финансовых проблем подрядчика не побудованное до этого часу. За ходом визиту сошли наши корреспонденты. Работа на этом объекте началась в 2012 году в соответствии с погоднением, заключенным с китайской компанией Сюань Юань. Планировалось, что проект будет реализован до конца 2015-го. Але до этого часу у подрядчика возникли финансовые проблемы и контракт был скасован. У якости субподрядчиков до работ приступили белорусские будовничие организации, что позволило снизить отставание от графика, але полностью ликвидовать его не отрымалось. У вынику пропрацовки разных вариантов керуючая компания холдинга «Белорусские шпали» и концерн «Беллеспаперапрам» выпрацовали схему завершения проекта, якая предугледжвае запуск завода особными пусковыми комплексами. Это решение, как оптимальное, у минулым месяце одобрил президиум Совета министров. На завершение работ потребуется каля 83 миллионов долларов. Увод у эксплуатацию этой вытворчести дозволить значно повелишить объемы выпуску импорта замешальной кордонной продукции, призначенной для створения паперовой упаковки для разных галин промысловости, а так само задоволить внутренние потребы. Это питание президент Беларуси обмерковывает с керавництвом концерна «Беллеспаперапрам». 150 тысяч пойдет на экспорт. Я могу сказать, что у нас есть проекты, контракты или соглашения. Да? Ну, наверное, когда появится картон, вот тогда мы будем предметно говорить с покупателем. Но рынок есть? Конечно. Так я же говорю, на постсоветском пространстве такого производства нет. Вот ближайшее действующее производство, вот они в Польшу ездили, 220 тысяч тонн. В Польше производится картон. И вот мы завозим на Гродненскую табачную тот картон и делаем упаковку огромные объемы для сигаретного производства. Сможешь ли ты произвести это, если ты получишь кредит хороший? Конечно. Ну, хорошо, значит, думайте. Я не думаю, что нам особо надо упирать на частника, хотя это хорошее производство. Частник с удовольствием пойдет. Предложить ему нормальные условия, он с удовольствием пойдет. Здесь условия созданы. Декрет номер 6 и номер 10 президента позволяют Добрыш, это же тот населенный пункт для развития бизнеса. Тут частник с удовольствием пойдет. Ну так предлагайте, если пойдет, проводите конкурс, и надо развивать это производство. Если не пойдут, не теряйте время. Начнем сами. После ознаемления со станом справ президент Беларуси принимает решение. Проект по будовництве завода по выпуску мелованных и немелованных видов кордону повинен быть реализован уже сёлета. До конца года фабрика выйдет на працу в нормальном режиме. Мы цалком запустим вытворчасть, створим систему кирования и пачнем працавать, отзначил Александр Лукашенко. При этом значная частка работ будет проведена белорусскими предприемствами. Выключение складе только непосредственно запуск обсталявания. Для этого будет протягнута австрийская компания. У нас есть некоторые проблемы с конечным этапом вот этой машины, мелованием. Мы не умеем работать, мы никогда не работали с мелованием. Поэтому мы договорились с западной фирмой. Она нам запустит все это оборудование, тем более она нам часть оборудования на этот завод, на эту фабрику поставляла. Энергетики отладят окончательно энергетические установки, а все остальное здесь готово. И водоочистка. Поэтому в 2020 году мы полностью введем в эксплуатацию эту фабрику. Задержка была небольшая в связи с тем, что мною не был подписан указ, а подписывать я не мог его, потому что я не видел, что здесь происходит. В темную я не собирался ничего делать. Поэтому будем действовать. Все для того, чтобы это предприятие работало, у нас есть. Сегодня же президент Беларуси наведал Добрыжский фарфоровый завод. Александр Лукашенко переконаны, что продукция предприемства будет запотребованная заусёды. Тому важно, каб гэтая вытворчасть не стратила рынки. Зараз на заводе працуе звыш 1000 человек. Больш як 75% продукции поставляется на экспорт. Основные проблемы тут связаны с пераснашением вытворчасти, что потребует значных капиталоукладанняў. Разом с тем, на Добрыжском фарфоровом заводе переконаны, что гэта часовая тяжкости. Улишваючи, что набывается только самое сучасное обсталявание, продукция будет больше конкурентоздольной и запотребованной на новых рынках. 76% у нас экспорта за прошлый год. Основной рынок – это Российская Федерация, 85% из всего экспорта. 4,5% – это Украина, 4,5% – Казахстан, и остальные – это страны Европы. Но потихоньку они наращивают. Вот как я и озвучил, главе государства, если мы вступаем в ВТО в этом году,
то пошлина на нашу продукцию, которая сейчас составляет 13%, она уйдет. Соответственно, мы станем более конкурентны на европейских рынках. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Добруша.